любовь, я верю, верю в чудо. А тут прям вот, ну как же так? Ведь мы с тобой снова повстречать не свели. Еще ты не даешь руки в попки не держать. Если слов ты не говорил. И не прокатит все сосуд. А пойти с первым разговором. И слезы с горских слов. Мы выручим тебя, дружище. Ведь мы оленей не спасаем. И станет девка на колени. Разлила свои уста. Если вовсе не болван, то мы выходим регулярно от Болеро на твой. Спасибо, друзья. Очень приятно видеть столько знакомых лиц в зале. Продолжим насекомыми. Любые края. Окупнется, покажу площадь мою.
здесь за вас, но я смещаю свою воду. Ну а теперь надо взять отряд, кушать, а мы не можем тебя прямо. Закрепить границу вместе, поймать, очищать, не греть, промывать, не мрот. А папа не греется, бьется потом. А вас получил разгружать не потом. Мне очень плохо, не ел по три дня. Сейчас мы сыграем вам песню о любви, как и все наши песни, о любви к детям. Кстати, мы на протяжении всего тура искали Стропонессу. Стропонессу. Вот так примерно везде спрашивают. Кого? По имени Жанна. Так и не нашли.
place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Будьте счастливы. Peace. И рок. Что ж, продолжим неожиданно любовью. Высших, да? Высших эшелонов, да, власти. Рояль вступает. Не то, Юра. Сложнейших партий трубы во вселенной прозвучало. Я думаю, вы еще не забыли. Филе. Песня про филе. Киркоров. Части тела один.
Да, это была музыка апокалипсиса, которая была несколько дней назад. Жорик, хватит целоваться. Чё? Жопу? А, року? Рок, продолжим. Неожиданная любовь. Колесили по просторам России, Руси. Мы все обросли неслабой бородой. Кто-то успел взять подвес. Многие из нас донесли ее до сегодняшнего дня. Эта борода впитывала пот владимирской публики.
полезли бы. Продолжим совершенно новой песней, которую мы где-то 11 раз репетировали всего лишь. Три из них в этом туре. Анонист? Да нет, такой нет новой песни. Но хотелось бы, кстати. Кожаны, это летучая мышь. Песня посвящается всем поп-панк группам. Я хочу быть панк-рок-звездой, и я стану панк-рок-звездой, и я буду панк-рок-звездой. Еще по ядерным, я даже физикам не заброшена. Лаборатория.
Кто не знает, мы, ну вы-то знаете, что мы все инженеры. Большинство, я думаю, знают. Поэтому без песни об уравнениях на въезд Токса наша дискография была бы неполна. Перейдем к гораздо более прозаичной проблеме. Даже я бы сказал, не проблеме. Это анонизм. Это хобби, это не проблема. Божья благодать. Да, да, это профессия, в принципе, для некоторых людей. Анонист 4-го разряда, если есть. В трудовой записи. Thank you.
Вы князья тьмы все. Какая сатана? Да, кстати, мы вернулись князьями тьмы из этого тура. Ну что ж, продолжим циклом о профессии. О тех, кто делал из обезьян Homo sapiens. Вдруг всегда поймет труба века. Ведь у того баранина рука. Отрезала страну, а мог бы быть без ног. Спасло лишь, что был выпивший слегка. Жизнь ушла без звонков и отвертак. Молокотников и табуретов. Он заботу выносит сверток. Я его уважаю за это. Что такое труд, а в раненую его потом не будет. Хотя все знают точно, на пенсию досрочно. Его врачи на скорой увезут. Жизнь смешная без станков и обеток. Новогодников и табуретов. Он свободы выносит сверток. Я его уважаю за это. Никем не принимаем их всерьез. Я один, ты друг, другой за вкус. Мечтаю по богине, целуется с другими. Всех давно запущенный цирроз. Если мне он пьяный, то был бы обезьяной. А человеком, который веселей. Румба! Твоего трудовика звали, Паш? Что? Как звали твоего трудовика? Я честно не помню. Филипп. Филипп. Я его звал так, Филипп. Пойдем, Филипп, выпьем. Афанасий тоже будет, но не прямо сейчас. Вот этот тюбик мне подарили вчера на концерте в Запорожье. Почему-то какая-то девушка, видимо, она использовала этот шаг как какое-то остережение, предупреждение, не знаю. Но мы сразу уехали и даже не успели им воспользоваться. Поэтому это вам. Thank you.
Хлопец сидит, приклёк канат. Паша, кто такой Саша? Расскажи наконец-то всем. Это был мой такой одногруппник, который регулярно пользовался вот этим средством, которое мы вам бросили. И я в честь него написал эту песню. И он несет вам благую весть. Это не я, это Саша вам передает. Саша Горох. Да, Саша Горох. У него уже есть фанатки здесь. У Саши Гороха. Оставляйте телефон, мы Саше передадим все. Еще одна песня про любовь, внезапно. Продолжим песни, которую написал Сява. Вы все, ну, многие знаете Сяву, это наш басист. В честь которого, кстати, девочки, назван альбом 17,5 сантиметров. Рост, да. А почему, почему, почему после светофор зеленый? А потому, потому, потому что был бы в жизнь влюбленный. А все ты купи, 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 купи. We'll be right back.
ушей. Я прячу свой бутылочный рай. Давай, Афанасий, давай, 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 зло. Зло, Афанасий, зло. Зло, Афанасий, зло. Зло, Афанасий, зло. Зло, Афанасий, зло. Дима, а ты в зале или нет? Дима Пирожковский. Или ты уехал? Срочно подойди к радиорубке. Настоящий физрук. Его заместитель. Он лопух, и я лопух. Ну и бог с ним. Нет, просто мы хотели подтянуть Диму, потому как он профессиональный физрук, дипломированный. Но раз его нет, споем без него. Диплом покажите. 4-го уровня аккредитации. Кто из вас умеет скримить? Надо про скримить будет слово «кровь». Кто? Поднимите руку. Кефан. Камон, проскримишь. Фанаты аматори отдыхают. Ты, конечно, сегодня без щелки. Похуй. Будешь скримить слово «кровь», «любовь», «крылья»,
кровь и бровь. Князь тьмы. Почему же в жизни так бывает?
сердце подарил ты стало. Сердечки на дорожке, а не было мало. Рожа твоя кислая, уже не надоела. Уже не та, ты просто постарела. Рожа твоя кислая, уже не надоела. Уже не та, ты просто постарела. На других посмотришь, так страшно я умиление. Знаешь, как мне это пиздец. Сразу пропадает вдохновение. Сразу отпускается конец. Рожа твоя кислая, уже мне надоела. Ты уже не та, ты просто постарела. Рожа твоя кислая, уже мне надоела. Ты уже не та, ты просто постарела. Да не бойся, я тебя не прошу. Я ведь не какой-нибудь подлец. Я несу по жизни эту ношу. А потом собьюсь я и пиздец. No woman, no cry. No woman, no cry. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. Водка, не помнишь только водка, 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 не помнишь только водка. У кого больная печень и не может отличиться. Полагает тут природа, надо просто нагулиться. Ведь известно всем давно, что таблетки это слишком питаться вам все равно. Убьют лишь только шишки, шишки, шишки. Их убьют лишь только шишки, 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 шишки. Их убьют лишь только шишки. Не могут сказать, как все равно. И тут нет лишь только водка. Водка, 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 водка. И тут нет лишь только водка. Водка, 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 водка. И пиво. И ржавая проводка. Всем, всем нам известно, что такое 3G-технологии сегодня. 3G-точки доступа, 3G-модемы. Об одной из таких точек доступа. 1G. Она здесь находится. Что там далеко ходить?
скажи, где найти мне точку G? Что тебе здесь дело знать, что в тебя пора? Это не повод, я рисую беспокойно.
старом, красивый молодой. Алкоголичка, как меня ты соблазнила. Ты сказала, я москвичка, за меня схватила. Вечерина удалась, ты меня не дождалась. Говорила, ты не будешь, а сама твоя напилась. Вечерина удалась, ты меня не дождалась. Говорила, ты не будешь, а сама твоя напилась. Да такой страшный очень парень, подошел ты и не встретишь. Помню, смотри, тебя моря, сейчас лови. Основной войной страшнее ты, я скажу тебе в ответ. То, что мне не подскажет домой, я верному в Крыму, нет, нет, нет. Я с детства никогда ты злой не боялся. Ходил, улыбался, нормально развивался. Кстати, вчера в Заполошье мы играли в гей-клубе. Чистая правда, вчера играли в гей-клубе, впервые наша мечта осуществилась. Мы шли к этому долгие 15 лет, чтобы сыграть в гей-клубе. И мы сыграли. Так, сейчас придется поделиться на пару команд. Сейчас будет... Как... Стена смерти. Стена Цоя. Или смерти. Wall of Death. Кто боится, что его помнут, лучше отойдите, да. А так делимся на две команды. И лучше отойдите или налево, или направо, и бегите друг к другу. И по команде, вот да, давай, например, начнем мясорубку. Усач! Банан. Че и? Зем. Заряжай. We'll be right back.
Сейчас еще будет одна песня, последняя на сегодня. Я подошел к тебе с улыбкой, и с поводком за плечами, и представился тебе, как Кузьма, большие яйца. Опустив взгляд на яйца, оценив размер огромный, ни минуты не теряя, ты сказала, я согласна. И привел тебя я в дом свой, наверное, сказать бокалу. Я учил, я не делился, у меня любого. Правда, сильно там поняло, потому что ежедневно приходил туда я пьяный, помню вам маленько. Вот такая атмосфера тебя сильно не смущала, ты была под впечатлением на моих яйцах огромных. Ты тянула с меня в лапки и зайдула с ним телефона. Те, которые мне мама принесла из Заполярья. Для создания эффекта
Спасибо всем, кто пришел. Спасибо Крыму, клубу «Два капитана». Всем вам, что сделали нас. Что мы уговорим пердунов старых еще на одну песню? Какую песню? Конечно же, еще. Мы просто выебывались. Мы сыграем в память о вчерашнем выступлении песню в стиле гей-рокобили. Оно сильно запало нам в душу. Мы к этому так долго шли, как я уже сказал. Поэтому в памяти о Запорожье и о вчерашнем концерте будет следующая песня. I'm not the only one. I'm not the only one.